Всем здорово, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Первый Far Cry. Итак, мы пробрались с вами в лаборатории. В лаборатории, короче, нашли вход в подземный, или надземный, подземный, короче, в пещере там нашли вход в лаборатории. Теперь нам нужно... Что нам нужно? У нас нет задания. Нет никакого задания, жесть. Так. Что тут? Тут ничего. Окей, Жесть. Так, видели краем глаза, короче, каких-то... Охренеть. Видели каким краем глаза вот этих монстров, крагенами их кличут. Что это за чертовщина? Ха, должно быть, это Траген. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Траген, короче. Понятно, это у нас макаки мутированные. Хера. Просто посмотри на их рожу. Так, ничего нет, да? Ни патронов, ни черта. Машина сломанная. Сломанная тачка, ботинок. Так, отлично, броня. Оп. Окей. Ага, мы с той стороны заглядывали, вот здесь был Траген. Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с Трагенами! Повторяю, не вступайте в бой! Окей, не вступ... У меня дверь тут. Я уже теперь всех шориков боюсь. Вот, вы сказали, что Трагены эти опасные твари, короче, в комментах вы мне написали. Они выносят, короче, ваншотят. Вот, так что надо четко им стрелять в голову. Вот. Опа. А что ж это за лаборатории такие? Идут улицы сразу. Я думал, лаборатории, они будут в лаборатории. Так, погоди, на улицу мы не пойдем, пошли и посмотрим еще. У нас там еще двери были. Посмотрим, что там еще есть. Вот. Так. Это у нас не работает дверь, окей. А, вот здесь. Жесть, тут просто резня была, смотри. Кровище сколько. И кто ботинками тут кидается кто-то? Видать, у кого-то лишние ботинки, короче. Кепки, ботинки. Решили поделиться. Окей, а здесь больше ничего нет, кроме... Понятно. Кроме патронов оружия. Так, а здесь закрыто. Окей. Хорошо, а вот здесь? А, отсюда. Понятно. Все, разобрался, то я что-то запутался, короче. У нас один путь. Один путь, короче, вот сюда. Погнали. Окей, учу. Отряду Альфа проверить центр управления. Отряду Бета зачистить периметр леса. Всем повысить бдительность. Идите главному ученому, чтобы найти Вэл. Понятно.
Все упирается в поиски Вэл, короче. Ты ничего там не видишь? А кто где? Взять этого ублюдка. А кто? А кто где? Я же вроде посветил этим биноклем, никого не видел. Глаз на жопу натянул. Опа. Окей. Сейчас я надеру тебе задницу. Давай. Давайся, приятель. А, он там с Трагеном, что ли, воюет? А, вон они в тачке были. Понятно. Так, кто-то еще где-то. Это труп. Окей, я его убил. Кто-то еще топает, погоди. Неужели Трагина? Бляха, ты слышишь, как рычат? Вон, походу, стоит. Ай-яй-яй, бежит, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бляха, бляха, бляха. Фу, меня броник спас. Черкашом за... Зачеркашем. Нет! А-а-а, патроны кончились. Нет, еще один. Это жесть, это просто жесть. Видал, что творится, видал, что творится. Так, ладно. Ученые из главной зоны наблюдения в лаборатории Тритоп должны знать, где находится Вэл. Тебе нужно получить от них эту информацию. Так, а? Ай. Ай-ай. Так, ладно, они отвлеклись. Куда мне? Куда мне? Бляха, мы ничего вниз. А, нет, вот здесь могу пройти. Так, хорош, по мне стрелять. Там воюйте там со своими этими. Да, какого черта они? Крекерами. Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган открыть или подобное. Пулемет. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приматах. Единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта. Хорош, хорош. Да сколько их тут? Бля, и не видно здесь никого. Просто не видно никого. Кто откуда стреляет, просто вообще непонятно. Фу. Короче, надо как-то. Давайте попробуем вот так. Тихо. Сейчас проедут. Отряду Альфа проверить центр управления. Отряду Бетта зачистить периметр леса. Всем повысить бдительность. Сейчас проедут. Поехали. Так, погоди, меня вроде не видят. Вроде не видят. А, возьму-ка я, наверное, свою ППХ. Меня добивает то, что я, короче, просветил этим. Интересно так, по ступенькам в сиде не подняться. А, добивает то, что я посветил, короче, биноклем, и я никого не увидел. Это дичь. Да в смысле мне не залезть? В смысле ты застрял? Для тебя все кончено, ублюдок. Так, ладно, пускай они разбираются. Дойл, какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган. Или подобного. Поскольку я знаю, пока он испытывал ее только на приматах. Единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта. Так, двоих я, короче, заснял. Осколочная! Время драть задницы!
Осколочная. Троих я снял. На... Я вынесу тебя. Свою камеру. На свой бинокль. Как тебе это, хорошо, парни, покажите, на что вы способны. Ваша главная так. Цель Трайдены. Стрелять на поражение. Хорошо. А как он меня увидел? Я же это. Я же это. Тихо, бесшумно. Что за чертовщина? У меня для тебя уже будет подписано. Хорошо, готов. Хочешь еще? Так, погоди, вон туда мне надо. Я разнесу тебя в клубе. Бляха, верить теперь биноклю — это вообще жесть. А там, смотри, там мост сломан. Мне по-любому придется, что ли, вниз спускаться. Не, есть хорошо. Так-то. Супервижн. Так, дайте-ка. Да ну нафиг. Не может быть, чтобы... это, как понимаю, тоже лаборатория. Не может быть, чтобы лаборатория была... без охраны. Так, окей. Мне надо как, короче, спускаться. Так, понять, где вход. Где я могу подняться. Вход по-любому вон там. Мне надо как-то, наверное, подняться вот здесь. Есть кто здесь? Я слышу только рычание. Жесть. Бляха, я боюсь туда спускаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, меня вроде не видят. Надо найти какую-то лестницу. Бляха. Все, кобздец. Меня сейчас эти крекеры съедят. Вон они стоят. О, наверх, смотри, есть. Опа. Вижу один. Вижу один крекер. О, бляха! Нет, нет, нет! Откуда он тут взялся? Откуда он взялся? Жесть, и чё, всё заново? Бляха! Учёные из главной зоны наблюдения в лаборатории... Так, а если я попробую добежать? Просто бегом, бегом, бегом. Смогу пробежаться? Так, погоди, вот сюда. Потом вот сюда. Какого чёрта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подобного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только... Давай, давай, восстанавливайся. Единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта, делает подобных крайне агрессивной. Кригер контролирует его мужчин. Хорошо, парни, покажите, на что вы способны. Вчера ты видал? Он стоял наверху. Его загасил Трагин. Все, бегом. Тихо, 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 тихо. Без резких там. Так, 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 так. Вон они. Минус. Да, твою мать! Ох, херить их тут! И как вы прикажете тут бежать? Куда я бегу? Помогите! 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 Да куда ты перенесел-то? Ха-ха! Я все кнопки пережал, я все запутался!
куда мне ехать? Бог ты мой, куда мне ехать? Куда мне ехать? О, погоди. Бегом, бегом, бегом. А у меня нет карточек. У меня нет карточек. Как мне это там? Жесть. Ты смотри на моё ХП. Ты смотри на моё ХП. Так, так, так. Погоди, 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 погоди. Я тебя сдуну. Надо лестницу, лестницу какую-то. О, погоди, сломанная лестница есть. Бегом, 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 бегом. Ай-яй-яй-яй, сейчас меня вынесут. Просто вынесут, я тебе кричу. Я тебе кричу. У меня новости. Я только что получил сигнал с соц от Джерри Спазика. Блин, ты еще сохранька. Он заперт в каком-то... Так, ладно, у меня есть броник. У него должна быть карточка допуска во все закрытые зоны. Она тебе понадобится, чтобы спасти Вэлл. Жесть. Аптечка мне нужна жестко. Вот. Мне нужна аптечка. Карточки, он говорит, какие-то. Так, понятно, здесь мне не пройти. Так, алло, есть карточка? Твою мать! Нет! Яха, да открой дверь! Закрой дверь! Что за шум? Что за шум, а драки нет? Так, минус один. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Что за дичь? Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Умри ты! Да вообще, это трешак вообще. Опа, опа, нет, только тебя не... Нет, нет, нет! Откуда там живой солдат, если там эти крикеров дофига было? Жестяк. Это полная дичь. Far Cry дает просраться. Far Cry нас сложно дает просраться. Так, дайте мне аптечку, пожалуйста. Аптечку, а потом сохранку. А не то, что вот сейчас я вот сохранился и просто жопа. Нет! Мы получили ваш сигнал. Направляем к вам бэк. Он свалил? Есть аптечка. Эй, док. Хорошая карточка, новость. Хорошо. Я нашел твоего очень... ученого и его карточку доступа. Очень хорошая новость. Но теперь он так, не сохранка? Слишком разговорчив. Зато я услышал что-то о бункере. Эх, почему здесь нет аптечек? Так, а это что? Врата открыл. Джек, прикрой задницу бронежилетом. Надвигается настоящая мясорубка. За тобой выслали отряд. Бляха, вот этого мне еще не хватало. Отряды. Так, ну-ка, а здесь что внизу? Мне нужно найти аптечку. Бляха, ну нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично, сдох. Фига в них пуль надо. Сдох. Их там двое было, нет? Можно сохранку, пожалуйста. Можно аптечку и сохранку, пожалуйста. Патроны. Так, погоди. А что если... Погоди, у меня нет базуки. Патронов у базуки.
Так. Как выкинуть-то? О. Что если вот с этого хорошо можно выносить этих крекеров? Так, машина. Бля, хочу в этом здании вообще ни одной аптечки нет. Почему так? А, так, гранаты. Ну смотри, можно вот менять. А, я меняю вот гранаты, камни. Я точно не пропустил нигде аптечку. Просто жестко. Кстати, здесь был какой-то еще проход. Так, хорошо. Попался! Ай! Ай-ай! Нет! Да беги ты! Что это за дичь? Так, вниз, в принципе, спускаться нечего. Там. Там только вот эта вторая ППХ, короче. Про без глушителя. Ладно, я ее, может быть, найду дальше. Потому что, блин. Смотри, а у меня ХП поднялось почему-то. Давай сюда зайдем. Нафиг гранаты, гранаты туда. Ай-я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 й. Мне повезло, что он жопой вперед вышел. Есть кто еще? Ай-яй-яй. Фу, хорошо. Так, а здесь что? Охренеть, арсенал! Аптечки! Вот это ништяк. О, да. О, да, детка. Так. А вот и эта ППХ. Которая вторая. Так, базуку я выкидываю. А нафига ты мне базуку-то опять взял? Что, ай, не то выкинул. Так. Все, ништяк. Окей. Вот теперь было бы круто получить сохранку. Так, смотри, я могу подняться наверх. Попася! Наверху делать нечего. Дверь не закрыть. Наверху делать нечего. Есть еще вот лифт. Мне нужно, короче, я так понял, до ворот доехать. Или дойти. Может, на тачке попробовать? Ну-ка, дай-ка я попробую на тачке. Ага, на тачке. А там у нас крагены. Ладно, пофиг, пошли попробуем. Если граната не... Хорошо. Нет, 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 умри. Так, их двое было, да? Не, слушай, вот с этой скорострельной штуки на... А где машина? А машина-то где? В смысле? Кто угнал?
Погоди, я вот упираюсь, смотри. Че за глюк? Я упираюсь, вот. Здесь должна быть машина, я вот упираюсь, не могу пройти. Что за глюк? Жесть. Ой. Теперь я понял, что там. Погоди. А ворота не открыты, в смысле? А чё, мне где-то... А где-то ворота не открыл, что ли? А, во. Все. Понятно. Так, лады. А где я? С какой стороны? Опа. Хорошо. Так. Нет! Уроды. Там еще, наверное, да? А, нет, того я загасил. Кто? Так, ладно, там он тачка. Хера он. Он из кустов там стреляет, короче, а я его не вижу. Какие фрукты? Бананы, что ли? Бананы это не фрукт. Бананы это трава. Да как? Блях, он мне всю броню, короче, почти подсносил. Так, есть кто здесь еще? В принципе, никого не вижу больше.